Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь около станции Накамегуро. Здесь вот на цветение сакуры японцы отмечают. Сегодня рабочий день. Вот, но тем не менее много народу гуляет, отдыхает после работы. Вот, в принципе, здесь очень много сакуры цветет вверху. Вот. И значит, на эти самые. На сакуру приходит посмотреть много японцев. Вот, поэтому здесь вот многие предприниматели понаставили себе палаток там всяких там с разной едой, со всякими вкусностями. И они вот продают. Вот я решил показать вам, что такое кури-гриль по-японски. Кури-гриль по-японски. То есть это обычный кури-гриль небольшого размера. Здесь с картошкой жарится, вот они их упаковывают в такие вот коробочки. Примерно четверть вот этой маленькой курицы и чуть-чуть это картошки, там может быть одна-две картошки. Вот, то есть так вот примерно выглядит. Я уже попробовал, в принципе, стоит она 650 йен. На самом деле недорого. В принципе, достаточно вкусная курица, немного со специями, немного с солью. Ну, то есть, самое то. Я считаю, что больше и не надо ничего. Вот, но, знаете, с первого взгляда я сначала подумал, что это какие-то голуби маленькие, прям такие, прям курицы, ну вроде как маленькая. Кажется, ну это молодые просто цыплята, специально выведенные там. Вот. Они их упакуют в коробочки, палочки, все, и это самое, выдают вот так вот людям. Люди вот потом отходят вот сюда в сторону, на столечки садятся и кушают. Вот такая вот курица. Называется rotisserie chicken. Вкусная штука, на самом деле. Также там вот на той стороне, например, там находится там тако всякие, буррито. Здесь вот отсюда плохо видно просто. Вот там вот. То есть здесь вот вдоль этой реки сакура цветет. И вот около этой реки стоит куча всяких кафешек. А там, где их не было, там люди ставят вот такие вот импровизированные палатки вот прямо около стены дома. То есть стул там, такую небольшую крышу сделали, там стол, и печку поставили, взяли просто электричество от дома, позаимствовали, вот так вот. На самом деле здесь все как бы красиво, все есть, но очень дорого, очень дорого. В принципе, стандартный цен для любого мацури, для любого мероприятия, это около 500-650 йен. То есть вот, в принципе, так вот. Вот даже около магазинов с одеждой продают вот эти пиво по 500 йен, по 300. Вот, тут там чел сидит за столом и продает. На самом деле, очень популярное место. Во время ханами многие сюда едут. Многие сюда едут посмотреть на ханами, вот на эту, и это самое, отдохнуть с друзьями, там, выпить там с подругами и так далее. То есть шампанское пьют, как ни странно, я не знаю почему. В общем, розовое шампанское пьют, и пиво некоторые пьют, то есть. Основной ассортимент меню — это жареная курица, вот жареная, там, буррито, там, разные, картошка, потом всякие яйца там. Далее, что там еще есть? Сосиски разные, мясные блюда там и так далее. То есть, люди покупают, все здесь. Вот. Ну и как
как говорится, в принципе, хорошее место, чтобы познакомиться с какими-нибудь девушками. Тем более, что здесь большинство из людей здесь пьяные ходят, и они легко идут на контакт. Поэтому, если вы будете в Японии во время ханами, то есть это в марте месяце, то приезжайте на Камегура вечерком и знакомьтесь с девушками. Вот здесь вот, в принципе, они гуляют как раз. Вот такой вот. Что-то тут темновато. Вот. Камера просто плохо берет. Но это ничего страшного, в принципе. Но вот сейчас туда подойдем, там будет лучше видно. Приезжайте и гуляйте здесь с друзьями, в принципе. Вот. Если, как говорится, есть, ну, проблемы с деньгами, то лучше всего где-нибудь покушать вот недалеко там на улице, в каком-нибудь кафешке, в ресторане, а потом сюда просто приехать уже чисто погулять, пивка попить. Кстати, многие покупают пиво в этом, в комбине, тут рядом, вот там, вот улица стоит, рядом с той улицей комбине. Они там покупают и сюда идут, пьют. Вот. Ну вот местная шаурма тоже, буррито. Это здесь продаются, ну, всякие там кебабы там. Ну, они тут называются кебаб-врап, кебаб-сан. Это тоже в толстом, в тонком лаваше, но на самом деле оно маленького размера, это не очень большое. Вот. Но, скажу вам, ну, как бы по граммовке, конечно, меньше, чем в России, потому что в России обычно больше дают по граммовке, чем здесь. Цена, в принципе, 600-700 йен, это немного дороговато. Это, ну, рублей, если переводить, то около 400 рублей где-то так за один вот такой вот буррито. То есть, ну, как, их такос еще называют, буррито там мексиканские есть, есть вот кебабы. Но в России называется шаурма, шаверма, ДНР там и так далее. Вот так вот. А здесь вот пиво продают. Хайнекен, Корона там, что там еще, Бадвайзер. Вот. А тут вот, как говорится, а вот американское что-то. Двойной сыр. А, это картошка фри, вот длинная такая вот. Или это не картошка? Что это? Играются с девушкой. Ну, в общем, вот так вот развлекаются здесь. И японцы, и продавцы, и посетители все. В общем. Так что, если будете в Японии в марте месяце, обязательно посетите Накамигуро и Ханами. Это нужно увидеть, как бы это нужно попробовать. Все-таки, как бы, это традиции Японии и любование сакурой. Даже во многих путеводителях оно как бы включено. Поэтому, если вам стала интересна данная тема, обязательно пишите в комментариях вопросы, а также, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Ну, а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, и мы с вами увидимся в новых выпусках. До связи!